Сейчас Кремлю ситуативно выгоден Пашинян у власти для выполнения трехстороннего заявления. Но в перспективе вопрос стоит о том, в каком качестве Армения необходима России и вообще необходима ли. Чемодан без ручки, который и нести тяжело, и бросить жалко точно не нужен. Что касается базы в Гюмри, при необходимости ее заменит ударный потенциал Каспийской флотилии. Как передает канал 13, об этом написал в своем телеграм-канале российский политический эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Короченко, комментируя ситуацию в Армении. По его словам, Ереван должен делом доказать Москве свою нужность, лояльность и полезность. Поэтому только пророссийский курс Соросу «Гудбай» уменьшить наполовину численность посольства США, слушать советы и рекомендации Москвы и следовать им, отметил Коротченко. При этом он считает, что Никол Пашинян, только он сам должен провести чистку своего окружения, людей Сороса и прозападные элементы из власти с вещами на выход, позакрывать проамериканские некоммерческие организации, а то больше спасать его никто в следующий раз не будет. И как подчеркивает Короченко, нейтралитет Москвы – это спасение армянского премьер-министра.